Обновленный Porsche Macan официально представили. Кроссовер получил 2.0-литровый бензиновый турбомотор и семиступенчатую роботизированную коробку передач. В рамках парижского автосалона официально презентовали обновленный кроссовер Porsche Macan. Новинка оснащена 2.0-литровым бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Об этом пишет ОТУЭ. Внешность автомобиля выделяется широкой решеткой радиатора, фирменной трехметровой светодиодной оптикой и узкими поворотниками. Также новый дизайн получили 18-дюймовые колесные диски. За дополнительную плату можно установить на авто 20 или 21-дюймовые. Базовая версия авто получила цифровую приборную панель и новую мультимедийную систему Porsche Communication Management с 11-дюймовым экраном. PCM поддерживает онлайн-навигационную систему, голосовое управление и мультифункциональное спортивное рулевое колесо GT от Porsche 911. В основу новинки положен 2.0-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с отдачей 245 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. До сотни автомобиль разгоняется за 6-7 секунд. При этом его максимальная скорость составляет 225 км в час. Ранее сообщалось, что компания Audi рассекретила внешний вид электрического серийного кроссовера e-tron. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.